Это тем более актуально, что мы сейчас видим, что есть явный разворот внешней политики в сторону Востока. Поэтому и здесь нам подчеркивается важность изучения других языков, не только английского. Мы об этом задумали серьезно год назад и стали в пилотном режиме вводить платные группы для всех желающих китайского языка. Весной приглашали специалиста из Высшей школы экономики, одного из ведущих преподавателей по китайскому языку, который провел для нас несколько мастер-классов. Обучать китайскому в 8-й гимназии начнут уже с начала учебного года, а в сентябре будут сформированы соответствующие лингвистические группы.